произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». 21 ноября празднуется День памяти самого старейшего творения и создания – архангелов и ангелов, которые были сотворены совершенными и наделены великими дарами. Ангелов Господь наделил вечностью, потому что им вверялась забота о творении Всевышнего. И при этом небесное воинство имеет строгую иерархию, которая состоит из 9 чинов. Над всеми 9 чинами поставлен верный служитель Бога – архистрик Михаил. 21 ноября православные отмечают собор архистрига Божьего Михаила и всех небесных сил бесплотных. В Сергиевском районе, вдали от райцентра, расположилось теперь уже небольшое село Павловка. Казалось бы, ничем особо не примечательное, оно нередко привлекает к себе туристов. Причина тому – старинная прикладбищенская церковь, расположенная на окраине. В день празднования собора в храме Михаила Архангела, где несколько десятков лет единственным звуком была звенящая тишина, вновь раздался звон колоколов. Несмотря на холодный ветер, в селе собралось множество верующих. Впервые спустя длительное время здесь состоялось праздничное богослужение. Одним из наиболее завораживающих моментов стал крестный ход вокруг храма. Действие было совершено с иконой Михаила Архангела, которая имеет свою интересную историю. Она была вывезена из города Грозный во время обстрела в Первой Чеченской войне. Сделал это наш земляк, житель города Самара. Он привез ее в родной город и передал в храм Кирилла и Мефодия. В селе Павловка икона оказалась благодаря служителю храма, отцу Сергию. Именно он привез ее для проведения крестного хода. Праздничное богослужение окончилось проповедью, произнося которую отец Сергий еще раз напомнил собравшимся о первом страшном сражении, положившем начало греховности во всем мире – войне на небесах. Он подметил, насколько спасительной сегодня для человека является вера и молитва. Когда человек старается молиться своему ангелу-хранителю и старается творить дела любви, добра и милосердия, помогать ближним своим, то ангел-хранитель, конечно, как небесный заступник, как небесный воин, охраняет своими благодатными крылами и молит Бога о даровании нам благодати Божией, Божьей помощи. И тогда мы с вами совершаем дело спасения своей бессмертной души и спасения своих родных и близких. Если будем отпадать от благодати Божией, мы из богоподобного существа превращаемся в звероподобное существо. И тогда нами овладевают страсти, злоба, гнев, ненависть, неприязнь. И тогда человек совершает садизм, убийство и так далее. Потому что нормальная богоподобность человек не может совершать таких злых дел. Только тогда, когда он лишается благодати Божией, и в сердце его входит сатана, то он начинает творить через нас вот эти злые дела. И поэтому здесь, конечно, очень важно молиться своим ангелам, хранителям, чтобы они помогали нам удержаться вот в любви и вере к Богу, удержаться от всего этого и не потерять свой богоподобный образ.
Архангел Михаил – начальник небесных сил бесплотных. Он как вождь-путеводитель и победитель всех супостатов, защитник веры, избавитель от всех злых духов. И по учению Церкви, Священного Писания, в особенности Ветхого Завета, мы видим, что он является как бы полководцем, и на иконах он изображен всегда в военном обмундировании с мечом. 9 чинов архангелов и ангелов, которые отвечают за жизнь человека и за землю. Михайлов день – общий праздник всех верующих. Православный народ празднует День Ангела. Хотя каждый понедельник посвящен архангелам и ангелам, и мы должны знать тропарь своему святому. Мы должны знать и тропарь архангелам и ангелам. Великий наш русский святой преподобный Серафим Саровский говорил, что «Стяжи Духа Святаго, и тысячи вокруг тебя спасутся». То есть, когда ты в себе воспитаешь любовь, добро, милосердие, то вот эта благодать будет изливаться на других людей, и они тоже будут приобщаться к Богу. Так давайте, возлюбленные, Господи, православные, дорогие наши, будем стараться угождать Богу, Творцу нашему, Отцу Небесному, который желает всем нам спасения, во всем благого поспешения и противостоять искушениям и соблазнам, которые нам предлагают отпавший от Бога Верховный Ангел Люцифер Деница, ставший дьяволом и сатаной. Но не находил себе покоя низверженный с неба Деница, которому была уже закрыта дорога на небо. И всю свою злобу он излил на людей. Деница возмущал человека, и тем самым он завлек к греху и прельстил Адама и Еву. И когда он этим возгордился, получил от Бога вечное проклятие, что он будет ползать на чреве и будет находиться в земной коре, как это и есть. Война ангелов и духов злобы, бывших когда-то ангелами, вечна. Но во главе небесного ангельского воинства стоит архистрик Михаил, который всегда спешит оградить верных чад Христовых от врага рода человеческого.